куда девать воду с дренажа и с водосточки. Сейчас я вам покажу. Ливневый колодец, куда собирается вода. Вот эту воду с крыши и с ливневых лотков мы собираем и под землей тянем к этому ливневому колодцу. В 90% случаев достаточно поверхностных ливневых лотков. И не нужно какие-то огромные бабки закапывать. То есть, если у вас нету подвала, погреба и так далее, то дренаж по большей части редко когда нужен. Мы там снизу накидали щебня, и вода сама уходит в землю. Но если он у вас переполнился, то вы можете подключить сюда насос, лягушка, и откачать вашу систему на поселке в ливневую систему. Либо еще какие-то придумать варианты. Поливать огород можете этой водой, потому что вода чистейшая. А то, что вы мне пишете в предыдущих роликах, что нужен дренаж, а куда вы с дренажа соберете эту воду? Вы то же самое сделаете, такой же ливневый колодец, приемник. А куда вы ее дальше ведете, это уже ваши проблемы. Есть куча вариантов, куда ее можно слить.